Новость последних минут. Задержаны подозреваемые в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщает прокуратура Киева. Речь идет о двух жителях Киева 25-26 лет. Других подробностей пока не приводят. Накануне Петр Порошенко специальным указом поручил активизировать расследование громких убийств оппозиционеров Олеся Бузины и Олега Калашникова. Они были застрелены в Киеве в апреле с разницей в один день. Сразу же появилась версия, что это месть за то, что они критиковали новую власть.